Три года назад во всех одаренных проснулась сила. Одаренные меняют правила этой реальности. Их нужно остановить. Даже если потребуется пролить кровь. Я тебя в клочья искромсаю. Вы слышали про одаренных? Да, те, что с отклонениями, одержимые. Они несчастны. Кем бы они ни были, я думаю, это золотая жила. Ты знаешь, что этот мир может стать лучше. Ты опять про свою миссию? Да, у меня есть миссия. И я для нее не гожусь. Но это важно. В нашем мире есть баланс, который важно сохранить. Одаренные не опасны, но, похоже, вы хотите доказать обратное. Церковь, пуристы. Все против нас. Даже враги, о которых мы не знаем. Упс. Я здесь не просто так! Мы не можем отвечать жестокостью, нас могут поймать. Я хочу наказать зло и защищать добро. Вы часто участвуете в беспорядках? Я знаю, во что ввязываюсь, потому что могу заглянуть в будущее. Что-то случилось? Я не собираюсь смотреть, как ты раз за разом подвергаешь себя опасности. А вдруг понравится? Это варварство и хаос. Одаренным нужна защита, а мне нужна информация о том, зачем мы здесь и что делать дальше. Мы идем на огромный риск. Будущий мир зависит от моих действий. Будущий мир зависит от настоящего. Одаренные — часть чего-то большего.